Жители республики получат платежки за июль с учетом нового тарифа на вывоз мусора. В них не будет 20% повышения. Такое решение приняла госслужба Чувашии по тарифам. 382 рубля 30 копеек за кубический метр. Так выглядит единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Внести изменения в тарифную сетку удалось благодаря межведомственной проработке. Минстрой установил среднюю плотность образующихся на территории Чувашской республики ТКО в размере 88,98 килограмма на кубический метр. В связи с чем на основании данного исполнения решения и установления средней плотности госслужбы по тарифам был рассчитан объем отходов и установлен единый тариф на услуги рекоператора за рублях за кубический метр. Рост платы за вывоз мусора на 28% к тарифу первого полугодия 2020 года прежний состав правительства Чувашии заложил в декабре прошлого года. 30 июня на совещании по вопросам изменения платы граждан за услуги по обращению с ТКО в РИО главы Чувашии Олег Николаев заявил, что такое повышение тарифов недопустимо и поручил разобраться в этом вопросе. В итоге за услугу городские жители по сравнению с первым полугодием будут платить меньше на 39 копеек. Для сельчан предусмотрено повышение на 2 рубля 46 копеек. А не на 9 рублей, как предполагалось ранее.